звание быть врачом, лечить людей, спасать им жизни и не жалеть себя ни ночью, ни днем, отняв все шансы у болезни. Ежегодно в третье воскресенье июня мы отмечаем День медицинского работника. Эти люди посвятили жизнь одной из самых благородных и человечных профессий. В честь своего наступающего профессионального праздника медики Северского района приняли заслуженные слова благодарности. Приятным сюрпризом стали букеты, которые вручили гостям волонтеры Управления культуры. В торжественной обстановке медицинским работникам вручили благодарности и почетные грамоты. Разрешите мне по поручению главы администрации Северский район Андрея Владимировича Дорошевского, который сейчас в эти минуты находится в краевой администрации на совещании, передать вам искренние слова признательности за ваш труд, за вашу бескорыстность и преданность своему делу. Пусть много-много лет вы будете такими же отзывчивыми, жизнерадостными, обязательно радостными и счастливыми. Праздник продолжился теплым и душевным концертом, подготовленным творческими коллективами района. Главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь каждого человека – это здоровье. Поэтому труд медицинских работников всегда будет востребован и уважаем.